Привет, друзья! 11 сентября 2022 года и, наконец, долгожданное плодоношение сливы, выросшей из косточки. Значит, что я хочу сказать. Слива оказалась желтая, и, судя по всему, эта косточка была не из магазина, а наша местная желтая слива, которая у некоторых растет в наших садах. Дело в том, что она один в один так точно такая же, как и на соседних участках. Она еще, кстати, не совсем созрела. Я ожидал как бы другую сливу здесь, поэтому немного разочарован. Но желтой сливы у меня нет, теперь будет. Она один в один передала свойства материнских слив. То есть прям точно такие же сливы растут у нас на соседних огородах. Давайте покажу, что там внутри. Вот так легко отделяется косточка. Но хочу сказать, что она еще не совсем созрела. Урожай, конечно, хороший. Нижние ветки тоже все в плодах. Но также она плодоносит и у остальных людей, у кого растет. И вот еще одна слива, которая точно уже растет из косточки, которая была взята из ягодки, купленной в магазине. Вот, если приглядеться, видно сливу. Было 4 штуки. Осталась одна для съемки. Эта слива имеет круглую форму. Я точно знаю, что ни у кого здесь в округе таких слив нет. Именно круглых. У нее еще круглая косточка. Но я не буду ее пока срывать. Она еще довольно плотно сидит и немножко недозревшая. Но остальные я сорвал. Косточка плохо отделяется от мякоти. И я надеюсь, что на следующий год слива будет покрупнее. И будет ее побольше. Она перестала обмерзать. Уже дает хорошие приросты. И на следующий год я ее сформирую. Спасибо всем, кто смотрел. Продолжаем выращивать сливы из косточек. На следующий год я жду цветения еще на одной сливе. И так каждый год у меня будут новые сливы зацветать. Спасибо всем, кто смотрел. Подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного.